Я рекомендую вам тоже учиться в шахматы. Это очень хорошо развивает стратегическое мышление. Смотрите, интересная вещь. Я сказал одному своему, вот это время пандемии, чуть-чуть больше же было вот время, я так хотел научиться профессионально играть в шахмат. Я сказал своему бухгалтеру, там, в Таджикистане, мне нужно научиться профессионально шахмат. Он говорит, у вас есть один ученик, который чемпион. Я говорю, позови. Он реальный чемпион, он в международных всех этих участвует, в этих соревнованиях, он чемпион. Потом он пришел, он почти несколько лет ходит ко мне на тренингах. Мы посидели, как мы начали? Вот это все, оказывается, нумерация, это я не знаю, для нас это черно-белый же. Так? Оказывается, это для нас черно-белый, они, я не понимаю, обычный шахмат, да? Обычный, да, шахмат? Это обычно просто выглядит там ряд поставить черно-белый. Видите, за это черно-белый они знают вот это все. А я же понятия не имею, что это такое. И вот получается, что вот это наши глаза видят. Это для нас такое. Мы сидим, играем. В общем, я начал играть. Ну, понятно, я проиграл. Когда-то закончили первый урок. Но он что делал? Он взял тетрадь. Внимание обратите, вот что делает профессионал. Он фиксировал каждый мой шаг и каждый свой шаг. А я там, ну, шагаю там, хожу. Он каждый фиксировал, потому что он знает, каждый нумерация, где, что, чего пошел. Он все писал. Потом, когда мы закончили, он мне говорит, наставник, давайте теперь делаем анализ. Посмотрите, как профессиональный подход. Давайте теперь делаем анализ. И мы поставили вот это заново, назад вернулись, все поставили, все эти фигуры. И он говорит, видели ли первый шаг вот так? Он же читает мои шаги, он же здесь фиксировал все вот так. И он говорит, вот вы сделали первый шаг здесь. Я сделал так. Он говорит, вот это был правильный ход. Послушайте, интересный, вот это был очень правильный. Потом это второе сделали, это тоже был очень грамотный ход, правильный шаг и так далее. Потом дошли на четвертый или пятый или шестой шаг, где-то вот в этом был. И он меня спрашивает, вот это ход сделали вы сюда. Почему вы это делали? Я говорю, не знаю. Вы послушайте внимательно. И он меня спрашивает, какой был у вас план? Я говорю, ничего не было. Он говорит, подождите, у вас не было плана, и вы тупо взяли это, поставили сюда? Я сказал, понимаешь, мой очередь пришел, надо было что-то делать. Послушайте это до конца. Он говорит, что? Значит, вы просто взяли это, так поставили? Я говорю, ну да. И он мне говорит, вот именно это стало причиной, что вы проиграли. А я говорю, да ладно тебе, после этого мы почти 40 минут еще играли. И он говорит, нет, наставник, вы не понимаете одну вещь. Этот шаг стал причиной, что я на один ход обошел вас вперед. Я начал обойти вас на этом шагу. И начал закрывать вам другие ходи. Кто понял? Вы начинаете понимать? Он говорит, это стал причина, что я на один шаг обошел вас и начал вам закрывать другие ходи. Я сидел, думал, елки-палки. Потом он показывает, еще пара таких шагов я мат. Он говорит, вот здесь был еще вторая ошибка, и вот здесь был еще третий. Я тогда сидел, думал, елки-палки, в жизни сколько я так тупо ходил, даже не думая, как будет. Вы знаете, это для меня было открытие. Реально много открытий давал мне этот шахмат. Большое открытие давал. Без плана нельзя ни один шаг сделать. Нельзя. Например, без плана нельзя открывать какой-то новый бизнес. Без плана не надо стать партнером с кем-то. Без плана нельзя. Нельзя просто инвестировать где-то. Без плана нельзя просто купить что-то. Нельзя. Без плана просто куда-то поехать нельзя. Иначе жизнь, она уходит, и ты не заметишь. Жизнь, она все равно уходит. Вам это что-то нибудь дало, этот мой рассказ, или нет? Вы представьте, я ему говорю, ну, очередь наступили, надо было что-то делать. Я сейчас вспоминаю это, и у меня мурашки в теле. Это мне стал очень большой инсайт. Очень большой инсайт. Ничего не делай без плана. Ничего не делай. Уоррен Баффет говорит, что тупой человек, у которого есть... То есть он говорит, глупый человек, у которого есть план, он обойдет
гений, который не имеет план. Вы представляете? Уоррен Баффет говорит, что простой человек, глупый человек, который имеет план, он все равно обходит того, у кого... Даже гений обходит, у которого нет плана. Это супер. Ребята, стратегически каждый ваш шаг важен. Каждый ваш шаг очень важен, потому что это позволяет обойти конкурентов, обойти.